Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Order of Battle за Японию. Так, и впереди нас ждет миссия в Австралии. Наверное, в городе Брисбен, или, не знаю, или провинция. Наверное, скорее всего, город. Так, изолировал Австралию от США, нашего самого сильного противника. Императорский штаб решил, что настало время для решения следующей большой задачи – вторжения в Австралию. Но это будет сложная задача. Будет сопротивляться. Морская или наземная. Так, ну давай ставим брифинг. Одновременно с вторжением, второстепенными вторжениями около северных городов Австралии, сегодня мы начнем наступление на Брисбен. Карта такая не маленькая. Расположенный на восточном побережье островного государства. Так, пост. Тут железная дорога проходит. Австралийцы и их американские союзники создали несколько оборонительных линий вдоль дороги на Брисбен. Мы должны прорваться через каждую из них, прежде чем мы сможем достичь самого города. О, да, город далековато. В центре города находится штаб-квартира генерала США МакАртура, командующего силами союзников на Тихом океане. Захват штаба – наша конечная цель, и это заставит все оставшиеся силы противника отступить из этого района. Значительная часть надводного флота союзников стоит вдоль морских причалов залива Мортон. Разрушение их принесет большую пользу операции, лишив эти корабли возможности поддержать оборону города. Ну да. Многие выражают сомнение, что у Японии имеется достаточный военный потенциал для вторжения. Захват и удержание всей Австралии. Настало время, чтобы доказать, что они не правы. Так, ясно. Захватить штаб. Прорваться через три линии. Эти три линии. Вот одна линия, вижу, обороны. Вторая. И третья. Всяких городов. Так, очистить вход в залив Мортон от морских мин. Угу. Это надо разминировать кем-то там. Не помню кем. Так. Несколько подразделений элитных специальных морпехов атакуют пляж, который вы выберете. Угу. Уничтожьте все форпосты за 35 ходов. Раз, два, три, четыре. Четыре там будет, да? Новый командир с опытом штурма будет прикомандирован к вашим силам. А вот еще один. Пять. Захватите генерала МакАртура. Армейские войска на Австралии будут менее боеспособными в предстоящих боях. Где же он находится? В принципе, тут штаб его. Еще в Австралии мы будем долбаться там. Так, ладно, я сейчас приостанавливаю запись, размещаю войска и продолжаю. Вроде бы всех смог разместить. Будем атаковать по трем направлениям. Видите, сколько я тут уже авиации накидал еще. У нас есть транспортники с морпехами. Корабли снабжения. Вражеская вон лодка есть. Взял я, купил дополнительную противотанковое орудие. Немножко улучшил танки. В количестве одна штука. А все остальное, в принципе, вот это. Шонхото Чиха, вот это Чину взял получше.
только один смог. То, что я тогда раньше улучшил, видите, вот этот чехе. А в кого ты можешь перейти? Наверное. Не знаю. В кого ты можешь перейти? Амфибию поставил уже вот тут, чтобы она могла плавать. Вот так вот, короче, блин. Куча войск, столько. Тяжелая миссия будет. Ну, давайте, погнали. Куча там новых типа войск. Уже 44-го года пехота. И же с ними. Так. А сколько нам плюс дается? 60. Хорошо. Так, танки вперед. Вот эти танки сюда. Так. Кто тут на пехе? Сюда, пехота сюда, инженеры сюда, вот это пехота сюда. Наверное, мины стоят. Так. Тяжелая пехота пока нет. Это моя арта. Так, это пехота сюда. Ух ты, тут бункер. Так, инженеры, он подмога. Тяжелая пехота тут есть. Тут эта пехота пусть выдвигается. Вот эта пехота. И вот эта пехота. Это, наверное, с той стороны. Пушки поближе. Противотанковые танковые орудия тоже. Сейчас пусть на дорогу выберутся. Не может ПВО переключаться. Вот что я взял, это орудие. Так, также новые типы кораблей. Я могу, в принципе, показать по-быстрому, что появилось. Вот пехота обычная, тяжелая, морпехи пока нет. Вот Чину появился вот этот танк, не было его. Ухой, там еще там. Какая-то ерунда. Противотанковые орудия, видите, добавились тут. Вот это интересное. Артиллерия. Видите, сколько артиллерии есть. Такой, такой, такой. Ну, надо будет на танковую артиллерию переходить. ПВО. Истребители сколько стало сразу же. Новые типы добавились. Вот этот вроде бы был. Хиен. Вот этого не было. Тюра нового не было. Вот этот появился новый истребитель, то есть бомбардировщик. Я улучшил даже один свой. Эсминцы 44-го года. Ну и вот эти Симакадзе, Акидзуки еще. Крейсеры 44-го. Линкор Нагатомо. Ямато 43-го. Авианосцы так и были. Ну один Сикадзу. Сюкаку, то есть 44-го. Подводные лодки. Пофиг. Так, значит, тут мы продвигаемся, да? Че тут? А, там болота. Пехота пошел вперед. Так, это кто? Это инженеры, да? Ну ладно, потеряем немножко. Так, наш разведчик. Где ты? Вот ты где? Мучим вражескую лодку. Крепость надо взять. Корабль снабжения перейдет сюда. Амфибия отправляется вперед. Так, авиация сюда.
йен. Тоже сюда. Так, тяжелая пехота. Так. Инженеры вперед. Пехота вперед. Так, вот так вот. Морпехи. Надо высаживаться, по-моему, возле этой крепости. Тут у меня есть тут еще морпехи. Так, Зеро. Так, этот самолет оснащен торпедами. А этот может даже бомбить. Она будет прикрывать наши войска. Австралийская пехота. Так, тут пока не вижу смысла атаковать, но давайте. Двоечку сняли, охренеть. Так. Держимся кучки. Так, можно высадить наших так, корабль снабжения. Если так, тогда ты должен идти на подмогу. Этим войскам. Так, где моя. Побомбил, а где остальные бомбардировщики? Что-то я не понял. Где-то же я ставил. Что у меня всего лишь один бомбардировщик, что за бред. Вот еще один бомбардировщик, что у меня всего лишь два? Охренеть. Классно. Это может быть подводки вражеские. Так, ну ладно, будем туда обстреливать. Так, вот так вот. Достают эти вот товарищи до нас. Так что нужно бить по нему. Да, бомбардировщика у нас не хватает, хотя лимит у нас есть еще. Можно будет купить, если что.
Ну, надо вот этот покупать. Вот этот и вот этот. Блин, не знаю. Дорого, конечно. Давай, морпихи пока пусть двигаются вот так. Посмотрим, может получится сюда и перекинуться. Вроде бы конец хода. Кто? Ага. Подплывем немножко. Сейчас кто-то подплывет. Эсминец. Еще эсминец. Катер. Стоит. Стюарт выехал. Так, хорошо. Морпехи форсируют. Пехота форсирует. Инженеры. Немножко снимем укрепленность. И эффективность там сняли. Танк. Пехота. Обходим сюда. Вот эта пехота тоже обходит. Так. Стюарт М31. Давай немножко. Нагадим. Так. Ясно. Да, вот это пехота тут попробует пройти. Вот это вот тут. Древние гиганты. Враг использует все, что имеет в слабых попытках остановить нас, в том числе подразделения тяжелых танков Матильда-2. Эти устаревшие танки имеют плохое орудие, оно славится своей впечатляющей толщиной брони. Ага, Матильда вот. Ясно. 1, 2, 4, 1. Это уже с этого бьют РПГ. Так, выдвигаемся. Давайте еще бомбанем вот эту пиковину. Так. Хиен. Сёки. Так, разведчик наш, выдвигайся. Так, хорошо.
Давай этот корабль торпедируем. Зараза. А торпеды тоже ничего. Так надежно. Так. Там сейчас вот тут торпедой бомбанем. Так, дальше. Зона. Так. А, у меня колодец можно двигаться, видите как? Интересно. Так, что тут у нас? Так, тут вражеская пушка выдвинулась против нас. Так. Ее еще нужно накрыть. Так, пехота. Пехи вперед. Танки не будем пока выдвигать на передний край. Так, тут. Пока выйдем вот так. Крейсер. Лучше уже по крейсеру зарядить. Так. Если по вот этому. Так, инженеры вперед, танки вперед. Пехота вперед. Пехота вперед. Тяжелая пехота вперед. Так. Где этих высаживать, я пока не знаю, надо подумать. Так. Можно сдвинуться вот так. Так, эти эсминцы сюда немножко сдвигаются, чтобы закрывать вот этот проход. Корабль поддержки. Все вот так. Так, вот это товарищ сюда.
Точка плюс в одном месте. Пусть немножко выдвинулся. Так, а тут надо подремонтировать вот этот. Ну, обычными укомплектовывать, потому что отрядами пополнением, точнее. То у нас так денег не хватит на все. Так, как бы все. Кто не походил? Кто не походил? Кто не считайся. О, береговая батарея. Это серьезно. Давай, не давай. Понимаю, что тут много войск вражеских. Мне бы еще один бомбардировщик сюда закинуть. Надо танки улучшать. Посмотрим, как там амфибия себя будет вести. Да, компьютер хорошенько задумался. Видно, там еще войска передвигаются, подтягиваются по разным направлениям. О, вот корабль подошел. Инженеров атакует. Это вы зря. Надо противотанковое орудие сюда тащить. Авиация вражеская. Раз такое дело, идем на перехват. Thunderbolt. А что ты скажешь против Хиена? А старый добрый Зеро? Я вижу, ему понравилось. Так. Этот не дойдет, и этот не дойдет. Так. Мы пока вот тут разведаем. Тут мы продолжаем бомбить.
Так, хорошо. Смотрим, что тут у нас. Тут у нас войска окружают. Так, танки выдвигаются и уничтожают противника. Инженеры ремонтируются. 11.8. Вот эти переходят, тоже ремонтируются. Так, пехота сюда, танки тоже сюда вырываются. Инженеры, пехота и еще пехота. Так, надо эффективность понижать. Так, тут проходит 1-1. Это серьезно, мы их зацепили. Так, и обходим вот тут их уже. Так, что морпехи выдвигаются. Танки тоже выдвигаются. Не хочу попасть под пушки. Так, сейчас подумаем, где нам посадить наших ребят. Так, вот этот обстреливает. Так, что тут у нас? Так, единичка железная вон есть. А торпеда, если тоже единичка. Вот тут торпеда единичка плюс. Давай единичка плюс. Ну. Так, единичка плюс. Так, что тут? Единичка плюс, а так? Так, единичка плюс. Ну, плюс. Торпеды, ничего. Потопили. Так, единый.
есть, а? Зеничка будет. О, снесли хорошо так. Так, а ну морпихи. Вперед. Сейчас высадимся. Так, тут вроде бы все. Ага, вот эта противотанковая пусть передвигается. Штукенция. Ну, конец хода. Вот это выходил. А, это не походил. Ну, ничего страшного. Опять компьютер будет дома полчаса. Это батарея, блин, серьезно. Срубает. Смотри, кто прилетел к нам. Так, надо отводить самолетик. Кого это они так срезают? Отрезали, и теперь кинули танки. Так, сёки срезают, да? Защита слабенькая у сёки. Ладно, сёки идет на восстановление. Отправляется вот сюда. Так, и вот этот. Так, разведчик. Танки выдвигаются. Морпехи вперед. Так, пехота вперед. Ух ты ж. Инженеры засели. Так, значит танки поможет немножко. Так.
камера двигается. Тут пехота. Так, что тут у нас? Собьем немножко пехоте эффективность. Здесь эта пехота уже продвинулась. Так. Ух ты ж. Так, ну вот так зайдем сейчас. И уничтожим вот эту пехоту. Вот этих сюда, вот этих сюда. И вот этим восстанавливаем. Численности вот этим. Так, вот тут, наверное, атакуем. Так, противотанковое орудие сейчас выдвинем. Тяжелая пехота. Останавливаемся. Так, это кто? Тяжелая пехота может ударить в тыл. Чтобы у них не было поддержки. Так. Надо бомбить вот эту фигню. Сейчас я. Тут батарею надо маслать. Еще ПВО поставили. Так, вот это корабль поддержки. Подойду к нему. Так, тут маслаем. Тут не хватает снабжения немножко. Сейчас мы поставим. И теперь всего хватает. Так. Я думаю. Также, наверное, тут надо высаживать десант. Дело. Так, разминировать кто может? Не помню, кто-то может разминировать. Так, эсминец. Крейсер. Ага, корабль поддержки может очистить минное поле. Я понял. Значит, нужно развернуть еще один корабль поддержки. Вот так вот. Так, вот этот кораблик выдвигается. Аккуратным. Сейчас эффективность им снимем.
поменьше нас задевали за живое. Так, и вроде бы все. Снабжение идет. Тут ведем наступление. Вроде пока нормально. С противотанковое орудие будем использовать против Матильды. Войска закроем. Давай, конец схода. Там можно было бы крейсер загнать, то есть эсминец, и обстреливать отсюда еще. Ну ладно, это такое. Вот эти мины надо снять. Это кто не походил? Ты? Прилетел. О, тут пехота. Застали наших врасплох. Зря я так выдвинулся. Так, это кто такой? Траление мин. Флотилия тральщиков и ремонтных кораблей прибыла, чтобы помочь нашему военно-морскому флоту в очистке залива Морт. Отлично. Отправляем корабли, отремонтируем. Так. Будем ломбить. Так, будем торпедировать. Так, кто это тут? Хавок. Ага. Это вражеский бомбардировщик. Так, ну вот эту шестерочку, наверное, не буду я уже ставить. Заведу вот этим. Товарищи. Так, этот на аэродром. Так, что тут у нас? Попал в засаду, инженер попали в засаду. Кто это? Командос, ага. Ну конечно, они попали в засаду. Так, смотрим, что тут у них. Мы пробираемся дальше. Отступают. Ого, стеклянный дом. Мы прорвали первую линию обороны, развернутую вдоль гор Гласхаус.
Это природное явление состоит из плоской равнины в перемешку с вулканами, образовавшейся более 25 миллионов лет назад. Отлично. Так, сюда танки. Нужно как-то улучшить. Ну ладно, пока подремонтируем, наверное. Тяжелую пехоту подремонтируем. Так, противотанковая орудие подошло. Так, и тут это прям. Так, вот эта штука. Так, уничтожим вот тут вражескую пехоту. Отлично. Так, 3-0, 1-0. Тяжелая пехота, давай. Можно, в принципе, закрыть их пока временно. И вот этих атаковать. Танчик. Нету смысла вот так за ним гнаться сейчас. Так. Танки продвигаются. Инженеры тоже. И морпехи. Саживаемся. Скидываем десанта тут. И вот эти танки наступают. Мины. Двоечка. Единичка. Так. Единичка. Тут. Единичка плюс. Так, двоечка, да? Если подойдем. Если так, ничего. Есть, потону. Ну, плюс. Так. Так, тут 2 плюс. Будет на вот этот кораблик. Мучим вот этот кораблик.
Так, тут потихоньку продвигаемся. Что где-то тут мины. Я не знаю точно где. Так, и этот пока не заканчивается. Так, если купить бомбардировщик. Блин, у меня был вот такой же Зендан. Блин, нет, взяли его и убрали. Как-то не понимаю. Купим все равно еще одного бомбардировщика и там посмотрим, как оно будет. Так, и тут, пожалуй, я завершу серию. В принципе, видите, даже тут неплохо продвигаемся. Конечно, тут еще есть что пилять и пилять. Использовали наконец-то свою амфибию. Неплохая вроде штука. Надо бы какой-то еще танк улучшить по ходу наступления. Например, вот этот сделать получше. Но, блин, это денег стоит приличных. Пока вроде есть деньги. Пока. Там посмотрим. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. До встречи в следующей серии. Всем пока.